Путин прилетел в Крым. Президент РФ проведет заседание в крымском курортном комплексе «Мрия», который находится под санкциями США. Президент России Владимир Путин в пятницу, 23 ноября, прибыл в Крым, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Путин в Крым уже прилетел, сказал Песков. Ожидается, что Путин проведет заседание Президиума Госсовета по реализации майского указа в крымском курортном комплексе «Мрия», который находится под санкциями США. Напомним, в мае Путин открыл автомобильное движение по Керченскому мосту. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.